Всем здравствуйте. Пробуем охотить косулю. Время уже довольно много. Они уже вышли. И вот левый куст, ну куда-то вот сюда вот, еще один сейчас зашел. Рожки у того были твердые. Как оказалось, но комаров практически нету, зато сейчас он где-то впереди кричит, где-то там. Журавли. Кто видел маленьких журавлей, это вот они вырастут, будут такие большие журавли. Так, сейчас попробую вперед выдвинуться. Нам надо занять позицию. Всем здравствуйте. Прокатались мы с вороном уже 3 часа. Видели козу, козлика молодого. И вот сейчас где-то вот за кустами кто-то рыжий мелькнул. А вон он. Сейчас попробую чуть вперед пройти. Ох, какие рога-то красивые у него. Метров 60 буквально. Ворон громко себя ведет. Сейчас мы его поснимаем. Вот это трофей, так трофей. Это всем трофей, трофей. Сейчас попробую ближе подойти. Вот хотя бы до того кустика это метров 20 будет. Ветер сильный боковой дует. В общем, вот так вот. Вообще красавец. Ладно, время. Пока он спит, попробую еще ближе к нему подойти. Время-то идет. А нам надо еще трофей себе найти. Thank you.
мне лежит. Ничего, он напугался. Ветром, наверное, все-таки опахнуло на него. Вот куст, считаем шаги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И вот 15-й шаг. Вот так вот. Вот так вот. Блин, красавец, прямо вообще. Так, ладно, пошел я за вороном. Если ворон еще здесь, а то козел так на него смотрел в том направлении, как будто он убежал. К кусту привязанный у меня был. Ладно. Интересное будет, включусь.